Семена петунии ампельной Пандоры F1 парку высевают на рассаду с начала февраля до марта. Первые всходы должны появиться спустя 2-3 недели. Высаживаются рассаду в открытый грунт в конце мая. Место выбирают хорошо или частично освещенное с легким грунтом. Сорт отличается сильно ветвящимися побегами, длиной от 80 до 100 см. Период цветения длится с начала июня до начала заморозков. Цветочки крупные, диаметром 5,5 см, окрашены в насыщенный малиновый цвет. Используют семена петунии ампельной Пандоры F1 парку представленную петунию для создания сборных цветников, миксбордеров и выращивания в подвесных кашпо. Петуния гибридная фрилетуния F1 розовая это травянистые высотой от 25 до 30 см, диаметром от 8 до 9 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка розовая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.